Он так забавно ногами шевелит. Отдай носки, падла. Не. Экономия. Экономия. Экономист. Подписка, колокольчик. Слушай, я вот поднялся наверх, и знаешь, что я слышу? Звуки эндермена. Да? Ну, то есть там эндермены ходят, но я... Крыша, наверное. А, ну, кстати, да, наверное. Но они могут уже разобрать крышу, получается. Ну, если они эти могут с крышей, то не страшно. Они там все равно ходить не смогут. Со временем они разберут крышу таким макаром. Ну, поднимемся, заделаем опять. Ну, короче, можешь подниматься ко мне и это самое... Давать мне какие-то наставления, потому что я вообще так туплю дико. И... Блин, ты такой опасный лестницу построил. Ну, я потом сделаю бортики. Ну, правильно высота? Нет, не совсем. Смотри, тебя вот здесь вот жёлоб будет. Так. То есть здесь должно быть ниже. Ага, то есть, ну, получается, короче... Да-да-да, там, где стенки трубы, там должно быть ниже. Мобы на плитах появляются, да, мы оттестили, получается? Не помню. Ну, ладно, короче. Ладно. Лучше из блоков делать. Я думаю, лучше наверняка делать из блоков. Можно затестить плиты. Ну, хотя, да, ты прав. А как ты потом переделываешь? Ну, да. Будет грустно очень, если не сработает. Так, а эта стена уже тут, да? Так. Стену можно вот таким вот макаром сделать, наверное. Вот так вот, да. Ну, в принципе. Экономия. Экономия. Апрель экономист. Угу. Вот, смотри, где тут зомбак появился. Ой. Ой, плиты. Тут, кстати, кое-что из плит. Кое-что, ну это ладно. Чуть-чуть совсем. Из двойных плит я тут кое-что сделал. Где-то тут, я не помню, в начале. Кое-что страшное. О, зомбак в ботинках, кстати, в носках кожаных. Отдай носки, падла. Не. Носки не выпали. Ну ладно. Ну вот, там зомби снизу. Смотри. Другой. Укусил тебя. Лучник стреляет через твой забор, блин. Еще не убил. Зомбак, прикинь, по лестнице поднимается, идет ко мне. Поднялся, прикинь, залез. Умный зомби. Золотая шапка. Ништяк. Киви, то есть там, где жёлоб, надо просто дырку, да, получается, сделать? Ну, не дырку, а это, ну, просто блоки срубить, короче, да? Так высота правильная. Да, только сколько там блоков? А, два блока. Сейчас, так, построю немножко. Высота. Значит, тапки от падения засейвили от смерти. Чё? Я тапки засейвили от смерти от падения. Я, кстати, тоже упал, у меня полсердечка осталось в прошлый раз. Я пойду покушаю. Стремно с таким попадать. Лично надо было сделать. Покушать осталось всего нифига. Да у нас там супер быстро вообще все вырастает, так что можно собрать и прям есть сразу. Морковь норм. Крипер, что? Где, дома, что ли? На лестнице. Точнее, на лестнице, а на мостике. Киви, Киви, знаешь, кого я вижу? Я вижу коня. Че? А, все, он исчез. А, нет. Там конь и крипер. Вот дальше, если пройдем, вот там, короче, кусок зеленой травы. А где крипер был, кстати? На дорожке был. На какой? На живерне. А, короче, иди сюда. Сейчас, подожди, я встану. Там аж два коня, ё-моё. А чё? Там, скорее всего, мобы на конях. Нет. Не-не-не. Просто кони. Причем у одного какие-то
повязки или бинты на ногах, я не знаю. И там крипер еще. Ну, это расцветка такая. Ну, короче, вот такая история. Хорошо, лошади есть. Ну, только как нам их достать? Там крипер! Он идет! Он идет! А, ну а кони не идут. В принципе, все нормально. Ну, все, я скинул его. Хорошо. А, ну мы их оседлать не сможем, да? Нам же седла нужны, или что? Да. Обеседил что, ничего? Вообще ничего. Понятно. Ну, а, кстати, я на одного залез, он нормально, а вот второй, он скидывает меня. Он прям стоит, бедолага, так что еще чуть-чуть, и он упадет. Подвинься, дурак. Да не упаду, ты видишь, такие глупые. Как вообще? Он так забавно ногами шевелит. Ладно, не важно. Это жёлоб. Жёлоб? Ну, я делаю жёлоб. Окей. Немножко спалю, то учёт лестницу. Да? Смотри, только аккуратно тут дыра устраивается. Чё устраивается? Говорю, дыра сейчас будет, смотри аккуратно. А, на лестнице? Не кровь. У тебя факелы хоть есть, чтобы это всё освещать? Ну, 13 штучек. Чё, мы потом не охренели, когда зашли. Да есть вроде. Ну, один кусочек готов. Я тоже посчитаю, что желоб доделал. Все, желоб готов. Отлично. О, я там, кстати, остров вижу. А, или стоп. Это, наверное, я понял. Это то, что ты строил, наверное. Это дома, да, для NPC. Да-да. Я понял. О, ночь. Так, тут где-то крафтер был. Был. Ну, ты даже лестницы поставил. Так и оставишь их потом мобам? Не. Ладно. А, до меня только сейчас дошло. Плиты можно ставить на стену через одну. Ладно. Пауки же жирные. Может, даже через две. Да, через две можно. Так, а как это... Мне спуститься вниз... На самом-то деле. Блужник кончился. Спускайся. Как? Хорошо, просто. Да. Где там лестница-то? А, ну, вроде нащупывается. А, вот она. Скелетон золотой брони. Видишь, ты что, наглый какой. Я вот думаю, что ваша ферма становится опасной, сударь. Почему? Потому что скелеты стреляют. Это да. Я на них как-нибудь по ним стреляю. Ну как? Можно их поршнями задавить. У нас нет поршнев. Пока. Да что ты такой голодный на эти поршни? Я не знаю, Киви. Я, походу, просчитался с булыжником. Что... Все, я забрал весь булыжник, который создавался. Походу, его не хватит. Блин, по моим подсчетам, может, с размерами я накосячил. Может, там больше, на самом деле, чем я думал. Мне кажется, это просто плохо подсчитал. Наверное. У тебя есть факелы еще, нет? Две штучки. Беда. А, кстати, ты все дерево забрал? Оно ушло куда-то? У нас там нету больше. Не, оно у меня. А-а-а, понятно. Так давай это печку сделаем, закинем, чтобы плавилось, чтобы факелы были. Давай сейчас. Я сейчас сделаю печку. Все, я поставил рядом с крафтером. Закидывай, чтобы плавилось. Сейчас подаем. Где? Угу. А что там, жители твоей домыки уже заняли? Не смотрел. Это... А как это происходит? Их надо туда приманить или что? Или они сами найдут? Нет, не сами найдут. Надо только... Фермы и все, и оставите факелы там сами. Ясно. Факелы. Ну ты норм? Смотришь, да, там под тобой случайно не будут. То выйти же в закон. Окей. Подожди, паук? Он ну, в ширину 3 блока или 2?
смысле в ширину? Ну, в ширину. Не пролезут они через эту штуку, не бежим. Да нет. Ну, вот так, если... По-моему, два блока. Я вообще один. Нет, я бы сказал, нет. Пещерный один блок, а эти... Ну, ладно. Пещерные еще отличаются от обычных? Да, они маленькие. Они один блок шириной и высотой. Что-то я вот только ядовитых видел. Ядовитые, которые зеленые такие. А, они вообще кончены. Они вообще кончены. Да. У них там давно просто лютые. Они еще быстрые и маленькие. Проползают между блоками. Это в жопу, блядь, в жопу. Ну. Да, страшненько. Ага, не хочу падать. Тапки, конечно, крутые, но не настолько, я думаю. Вот эти тяжелые готовы. Окей. И в некоторых местах еще потолок придется опустить. Да? Почему? Зачем? Потому что три блока высотой. А это уже интермен. Ну как три-то? Два же. Там, где платформа. Два над желобами. Смотришь. О, ё-моё. Как так-то? Я так сразу и не заметил. Ну, хана, слушай. Рип. Сейчас сам больше рип на диком лопате. Всё, последний шелом году. Окей. У нас ещё целая куча хрипелов организовалась. Лишними не будут. Блин, потолок это да, конечно. Слушай, это хана вообще. Просто хана. Так... Пришло, не, ну, можно было бы потолок не строить, но типа дюбил, просто дюбил. Да. Понимаю. Так понимаю, на крыше пауки тоже. Скорее всего. Надо подняться, там факелы поставить. Нафиг там вообще хана какая-то. Я не горю желанием туда лезть. Знаю, мое везение до меня докопается какая-нибудь херня. Не особо добродушно. Все, ходим без опаса. Подписка, колокольчик, лайк.